Кенгуру, без сомнения, принадлежат не только к самым известным животным Австралии, но и к самым оригинальным существам, населяющим нашу планету. Не стоит удивляться, что у европейцев, в первый раз видевших этих животных, глаза на лоб лезли от изумления. Такое чувство испытал голландский мореплаватель Франсуа Пельсарт, потерпевший кораблекрушение у берегов Австралии в 1629 году. Измученный он лежал на траве, когда неожиданно увидел целое стадо странных животных. Он обратил внимание на их собачьи головы, практически бесполезные передние ноги, огромные хвосты и необычайные прыжки. Большая семья гигантских серых кенгуру то и дело появляется из заповедного леса Хиллсвилла, словно приветствуя новых гостей парка. Несколько минут они позволяют зевакам восторженно любоваться собой, затем стремительно исчезают в австралийском буше.